Сегодня прекрасный субботний день, 8 июля, день там, я не знаю, этих святых, которые отвечают за брак, за семью, вот. Но мы с мужем не по поводу не это отмечаем. У нас радостное событие случилось в другом направлении. Пришло сообщение, что нам дадут канадские визы, но для этого нужно ехать и сдавать биометрию. Мочу. Почти мочу, да. Вот. Купили мы билеты, поедем на поезде в Берлин. Это будет с воскресенья на понедельник ночью. А сегодня мы едем до работы мужа, я еще ни разу у него не была. Он мне решил показать полностью всю дорогу, по которой он едет на своем вот этом вот велосипеде с аккумулятором. Я вот на своем еду. Ну, я ему сразу сказала, я не выдержу всю дорогу туда-обратно. Я сказала, что я выдержу туда дорогу, а оттуда приедем на поезде, на электричке, потому что у нас же сейчас у всех, ну, почти все, я думаю, в Германии купили вот эти 49-евровые билеты, и мы можем ездить по Германии бесплатно, потому что это удобно. Я еду, радуюсь, говорю, смотри, какая красота! Вот эти ветряные мельницы, да? Вот это вот желтое колосящееся поле. Мне так это все нравится. Сейчас полдороги проедем, я говорю, устроим пикник. Я взяла с собой черешню, водичку. Сейчас где-нибудь посидим, отдохнем. В общем, день прекрасный. Всем желаю хорошего дня. Привет из округа Мюнхен. То есть мы уже выехали за Мюнхен. Это как Мюнхенский район. Пока-пока.